Привет, друзья, с вами Алекс, из Испании. Сегодня мы продолжим прогулки по улицам уютной Барселоны. Архитектура в Барселоне – это не только Гауди. Архитекторы со всего света стекаются в Барселону, чтобы увидеть образцы современной архитектуры. Хотя влияние Гауди не всегда просматривается в архитектуре современного стиля, но его всегда можно заметить в использовании цвета и воображения. Часто кажется, что архитекторы, разрабатывая здания для Барселоны, идут на большие риски, используя яркие цвета, чем если бы они строили в других городах. Как будто Гауди и другие модернистские архитекторы помогают преодолеть свою робость даже самым консервативным архитекторам. На Гауди особенно повлияли природные образы. Большинство его работ основаны на органических формах, встречающихся в природе. Если вы зайдете в музей Сеграда Фамилия, вы много узнаете о том, как Гауди использовал естественные образы, создавая основу своих творений. Смелая, дерзкая, яркая, отличительная, гармоничная, разнообразная и уникальная – вот несколько прилагательных, приходящих на ум при описании архитектуры в Барселоне. В Барселоне успешно сочетается старое и новое, что делает город потрясающе красивым. Нет ничего приятнее, чем гулять по улицам Барселоны и впитывать атмосферу, создаваемую архитектурой. Примеры традиционной каталонской готической архитектуры такие, как церковь Иглесия де Пай, представляют собой сдержанный и стоический стиль, но всего в 5 минут ходьбы находится кафедральный собор Барселоны с красивыми арками и фасадом. Проехав немного на метро, можно увидеть знаменитую базилику Саграда Фамилия, тянущуюся к небу и представляющую 4 разных архитектурных стиля на каждой из своих сторон. Архитекторы часто хвалят планировку Барселоны. Прогуливаясь по городу, вы заметите, что углы у зданий скошены, это называется срезанная кромка. Это значит, что на перекрестках более просторно, и на углах улиц есть место для террас. Это дает Барселоне атмосферу дружелюбия и общности. Архитекторы и городские планировщики также хвалят Авенида да Лиганел в Барселоне. Это широкая улица, идущая по диагонали через центр города. В своем время эта улица была оригинальным решением городской планировки. Центральную часть Барселоны можно разделить на 3 основных части. Старый город или Берегтик, с которого и началась сама Барселона. Этот район характеризуется извилистыми старыми улочками и высокими старыми темными зданиями. Район Ревел, который расширял оригинальный старый город, и, наконец, Ипсампл, район, похожий на большую упорядоченную решетку, пристроенный к старому городу. У каждого района есть свой совершенно уникальный и отличительный характер.